А вот у вас коллектив, в котором вы сейчас работаете, ну, конкретно над этим спектаклем, все одинаково оценивают, ну, то, что принято называть геополитической ситуацией? Вот. Или вы разговариваете только о творчестве, там, нет, внутри коллектива? Нет, лучше не касаться некоторых тем, которые связаны с этим вот самым переломом, о котором мы только что поговорили, 14-15 годов. Значит, разные годов. Есть мнения. Разумеется. Мы все уже давным-давно, начиная с того самого, с 14-15 года прошлого века, если говорить о нашей стране, я не знаю о других, мы все поделены на две неравные части. Я не соглашусь с вами. Вот если брать среду, условно говоря, ну, творческую, ну, то, что называется богемы, вот актеров, режиссеров, все-таки давайте, мы же помним с вами, мы с вами рождены в СССР, мы помним советское время. Тогда это было незабываемо. Абсолютно одинаково оценивалось, да, вот, ну, как бы, линия партии и наше представление. Не вы согласен. Считаете, ну, что нет, да? Диссидентство существовало тогда. Ну, были те 8 человек, которые вышли в августе 68-го года. Но все остальные были года. Сочувствующие, условно говоря. Вот, ну, да, молчаливо. Молчали, но не было тех людей, которые в среде, опять же, богемы сказали, ну вот как они посмели выйти. Понятно, что... Я думаю, были и такие. Были? Были? Я уверен, что были и такие. Вам попадались? Мы поделены, я уверен, что мы делимся на две эти неравные части. Мне кажется, все-таки раньше более была консолидирована вот эта среда в советское время, в оценках, чем вот как раз именно сейчас. Что сейчас как раз есть раскол. Мы не можем с уверенностью ответить на этот вопрос. Нет статистики, нет опросов. И тогда время было не так вольнодумно, как, не так вольнодумно, как сейчас. Сейчас вольнодумство допускается. Угу. А раньше вольнодумство подразумевало некоторую опасность. Угу. Сейчас проще быть вольнодумцем. Угу. Но все равно опасно. И многие, я думаю, молчат. Угу. Я стараюсь не высказываться на эти темы, потому что я уверен, я задену интересы очень многих людей. Угу. Хорошо, нет, я вас не призываю высказываться, просто ведь в то время, в советское, да, ведь очень многие, ну, вступали в партию, ну, руководящую, собственно, единственную КПСС, потому что это нужно было для карьеры. Разумеется, правильно? Это пропуск в профессию, например. Да. Да. Потом жгли партбилеты в эфире. Ну, я думаю, тот человек, которого мы вспомнили, Марк Захарин, жалеет, да, об этой беззащитной акции. Да. Это не самый удачный его день был. Но зато запомнился. Как? Еще бы. Еще бы. Но выглядело это даже так в тот момент. Немножко было неловко. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».